По мнению жителей Мурманска, одни из основных проблем города напрямую касаются сферы ЖКХ, поэтому представители власти и эксперты напоминают, что северяне сами могут влиять на работу управляющих организаций и тем самым улучшить облик заполярной столицы. Все больше мурманчан активно проявляют свою гражданскую позицию. Жильцы многоквартирных домов объединяются, чтобы воздействовать на управляющие компании и контролировать состояние дома. Для этого собственники создают советы. Миронова 4 – хороший тому пример. Здесь работает управляющая компания, а совет дома тщательно контролирует уборку зеленой зоны, лестниц и подъездов. К сожалению, сегодня не все понимают, что только жильцы дома, создав свой совет дома, могут вступить в программу «Комфортная городская среда», могут сами выбрать товарищество собственников жилья или управляющую какую-то компанию. Есть такие люди, которые ждут, когда за них кто-то сделает. Не то чтобы мурманчанам нравился беспорядок во дворах и грязь в подъездах. Многие еще не знают, что учреждения новые формы управления оказывают консультационную помощь горожанам, которые столкнулись с проблемами ЖКХ. Специалисты готовы помочь составить исковое заявление, жалобы, объяснят, как организовать ТСЖ или сменить обслуживающую организацию. Можно прийти в новую форму управления на консультацию за образцами документов. Тот же список управляющих организаций с адресами и телефонами у нас получить. И можно попробовать достичь тех же результатов, как у жильцов на Миронова 4. Бесплатно с 9 до 6 вечера можно приходить, получать эти документы сразу, либо писать заявление, и методическую помощь в письменном виде будет направлено в адрес жителя. Чаще всего специалисты новых форм управления советуют жильцам брать на себя содержание дома и организовывать ТСЖ. Такой способ обслуживания удобен и действенен по многим причинам. Однако, если в доме нет желающего стать председателем и руководить процессом, то эксперты рекомендуют собрать хотя бы совет, чтобы воздействовать на свою управляющую компанию.